motherfucker. Что ж, ребятки, давайте посмотрим, что это за игра такая. У нас есть здесь штурмовик, а есть боец поддержки, а есть медик, а есть снайпер, еще специалист, так. Универсальная боевая единица с высоким мобильностью и средней огневой мощью. Оперативник с высокой огневой мощью и защитой, но низкой мобильностью. А есть также оперативник, способный восстанавливать здоровье другим членам отряда, достаточно легко и уязвим, малоэффективен на дальней дистанции. Специалист по высокой стрельбе, однако имеет не слишком высокую скорость передвижения и уязвим в бою в средних малых дистанциях. Но штурмовиком мы никогда не были. Медик не наше призвание, а для кемпера у нас слишком херовое зрение. А вот боец поддержки, да, это наше. На точку! Плоховато ему. Вижу снайпера! Найдите и подберите передатчик. Давайте ко мне, ребят. Сейчас хватит снайпер, давай подлетим сюда. Снайпер, иди здесь. Да, ребятки здесь, короче, увлечены во всем. Прям вот снайперы. Херайперы. Прям, короче, спецназовцы молодые. Это патроны на тоже. Прикройте, прикройте, ребят, прикройте. Радиопередатчик у вас. Зачистите территорию. Помогите, помогите, помогите. Да что там тебе помочь? Я всех сам убиваю. Помогите ему, рукожоп сраный. Ребят, обходите их быстрее, мне совсем плохо. Снайпер, в укрытие. Снайпер, убейте, да. Спасибо. Пожалуйста. Сзади, сзади, снайпер, сзади. Установите передатчик рядом с антенной. Блин, там в дверях должно быть двое. Ну, у меня патроны. Отходи, отходи, снайпер. Сзади, 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 ребят, сзади, сзади. Давайте, ребят, надо прорываться в здание. Да какое прорываться? Ты уж заткни там. Голосовой чат. Вот он, голосовой. Включить голосовой чат. Иди в жопу. Отключить микрофон. Устройство воспроизведения. Громкость голосового чата. Нахер вообще. Отлично. Вот теперь другое дело. Ну, придурков здесь хватает, как говорится. Необходимо зачистить здание и захватить заряд. Противник. Больницу с помощью заряда. Хорошо. Сейчас сделаем. Я же это умею. Я так.
Ну, я так думаю, надо отойти, наверное. Зачистите главный корпус больницы. Веду стрелка. Это боты, сука, тупите, еблан, блять. Поддержка врага. Я не пойму, блять, чуть туалетной бумажкой, блять, в жопу ходите, блять, чтоб не обосраться прежде времени, сука, блять. Экспекс поле боя предательство покинуть было победить всю команду. Ваш противник будет заблокирован до конца матча, а вы также потеряете весь заработанный. Ну, придется играть с этими придурками. Блять, вы чё, аутисты в натуре, блять? Вы, блядь, дохли от об... Я не пойму, вы как играете? Обнаружен боевик. Вы в натуре, блядь, чё, серьёзно, блядь? Еще поцелуйтесь, сука. Сказочный толпой. Да сдохни, хуй. Не того-то воскресил, братан, блин. Твой билет, блин, на выигрыш лежал справа. Блять, аутисты, а ты че, блять? Это игра, я не знаю, блять. Моя собака будет ссать, блять, на клавиатуру и выиграет. Вот же ж аутисты, блядь, пиздец. Противник. Он даже двигается, как блядь, блядь, блядь. Что ты в руку взял, блядь, серьезно? Заряд для подрыва стены? Ты этим хочешь их обезоружить? Цель стрелок. Только если ты приклеишь это себе на лицо. Давай, братан, удиви меня. Это стена, сквозь нее нельзя пройти, прикинь. Да что ты, черт побери, такое. Бля. Я твой фанат. Это был первый человек, которого я ненавидел. Ярой ненавистью. Для меня он был кускоговеным хуесосным гондоном. Вот кем он был для меня. И тогда я не знал ни одного из этих слов. У меня было просто это странное чувство, которое я не мог описать. И когда я услышал от кого-то кускоговенный хуесосный гондон, я подумал, да, точно, спасибо, точно, да, спасибо, да. Умри уже, пожалуйста. Да ну нахуй. Ты догадался. Капитан Америка, я тебе кричу. Да, давай, блядь. Порази его, блядь. Въебись в него насмерть, нахуй. Охуеть, блядь. Охуеть просто. Что за команда?